надо теперь молчать. Эта история длится тяжелый 26 лет. И чтобы поставить мне точку, есть только один ответ. Сегодня у нас очередной день акции «Стоп путинский террор». Пришли россияне, украинцы, белорусы, чеченцы. Всех нас объединяет одно. Мы протестуем против путинского террористического режима, против тех преступлений, которые он совершил. Вы посмотрите, вот эта аллея жертв, это все люди, которые были или убиты, или отравлены агентами путинскими, чекистами в Европе, в России. Вы знаете, тут разные люди, вы можете посмотреть, да, тоже разных национальностей, разных граждан, разного статуса, известные политики и случайные жертвы. Но все они жертвы, все они, называют своей кровью, заплатили за существование этого позорного террористического режима, как преступного, который засел в Кремле. Мне очень приятно, что здесь немало россиян среди нас, в том числе организовали эти россияне, люди с российским гражданством, я и Дмитрий Баграш. Ну и, собственно, наш форум русскоязычных европейцев. Ну, приятно, что нас поддержали и белорусы, и украинцы, и чеченцы, которые сюда приходят. Ребята украинцы, мы здесь собрались, да, мы организовали русский этот лагерь, протестный лагерь, потому что в России выйти на улицу невозможно сейчас из-за реакции Путина, из-за реакции полиции. Поскольку мы находимся в свободной стране Германия, мы хотим это превратить во флешмоб и пригласили украинцев, белорусов, чеченцев, всех тех, кто пострадал от Путина, от путинского режима. Ребята, мы имеем одного общего врага, и этот враг называется господин отравитель, Путин. Только общими усилиями и только из-за границы сейчас мы можем решить эту проблему. Наша задача сейчас переформатировать немножечко все те протестные, протестные движения, которые были здесь, в Германии, ранее, показывая проблему, что интересует немцев, это та опасность, которую грозит этот режим для Германии, для Европы. Это, в свою очередь, может повлиять на введение жестких, жесточайших санкций, остановить «Северный поток-2» и повлечь раскол элит российских. И тогда мы с вами победим.